Про Ирину Мирошниченко и в 40, и в 50 лет говорили: она никогда не будет старой. Так оно и получилось. Даже двигаясь к 80-летнему рубежу, актриса шла в ногу со временем, была самостоятельна и активна. Никто не видел Ирину Петровну не в форме, то есть в небрежном виде. В такие моменты она сидела дома, а если даже отправлялась в ближайший супермаркет, то делала макияж, укладку, всегда заботилась о маникюре. Она даже в мелочах была изящна, лекарства носила в стильной таблетнице. Все необходимые вещи были разложены по удобным сумочкам. Ни одного случайного, некрасивого предмета. И такую высокую марку она держала всегда, до последнего дня. Многие актеры старшего поколения до сих пор используют кнопочный телефон, а на компьютер смотрят как на чудо. Но это не про Ирину Петровну. Смартфона у нее было два, и она набирала сообщения в мессенджере со скоростью пулемета. Всегда была на связи. Умела делиться фотографиями или видео, компьютером тоже прекрасно владела, смотрела сериалы в Ютубе и вела переписки по электронной почте. И это 80 лет. Ирина Мирошниченко была кумиром миллионов зрителей. Купаясь в народной любви, актриса осознанно пожертвовала личным счастьем ради карьеры. Уже в почтенном возрасте звезда кинематографа выступила с горьким признанием по этому поводу. На заре творческого пути артистка была вынуждена сделать прерывание беременности. Супруг Михаил Шатров согласился с решением избранницы, ведь она всегда ставила приоритет работу. Позже третий муж Игорь Васильев уговаривал Мирошниченко обзавестись наследниками, и через время та согласилась. Но только выносить малыша ей так и не удалось. Звезда не познала счастья материнства. «Это главная, чудовищная ошибка моей жизни. Это то, что у меня нет детей. Мне очень жаль, что я не сумела совместить одно с другим. Это уже моя проблема. Это то, с чем я остаюсь в душе, и то, с чем я иду в храм. Но это абсолютно личное», — говорила Мирошниченко в передаче «Судьба человека». Сегодня, 7 августа, состоялись похороны Ирины Мирошниченко на Троекуровском кладбище. Мирошниченко похоронена рядом со многими своими коллегами и друзьями. Напомним, что народная артистка Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 год 3 августа 2023 года.